Главными звездами фестиваля этого года стали студенты первых и вторых курсов Высшей школы русской и зарубежной филологии. English Vision уже стал традицией, ведь мероприятие проводится ежегодно. Десятки учащихся не только продемонстрировали свои знания и навыки, но и развили свою уверенность, выступая публично на английском языке. Участие позволило укрепить дружеские связи между студентами, так как оно предполагало командную работу. По словам организаторов фестиваля, специалистов кафедры контрастивной лингвистики, старшего преподавателя Дины Шениной и ассистента Раили Сабировой, тесное общение в группах, прокачивание своих языковых навыков и проявление своего таланта способствуют, как правило, стремительному личностному росту учащихся. Я вообще считаю, что любой фестиваль, нацеленный на изучение языков в том числе, да, конечно, дает свои результаты. Это привлечение ребят к изучению, мотивация их, да, и к тому же у нас учебный процесс — это не только занятия и лекции, но и в том числе какая-то организация различных мероприятий, которые провоцируют их интерес к изучению. Тут и музыкальные у нас конкурсы, и творческие коллективы будут выступать. Поэтому я считаю, что такой формат должен быть интересен для ребят в младших курсах однозначно. Студенты принимали участие в конкурсах и заданиях, в рамках которых члены жюри смогли проверить их знания грамматики, лексики, а также способность к анализу текстов на английском языке. У ребят было 3 недели на подготовку. В течение этого времени команды готовили видеовизитки. Уже в финале они боролись за пальму первенства в таких конкурсах, как «Угадай фильм», «Слова из слов», «Испытание капитанов», «Музыкальное состязание», а после выступили перед зрителями со своим творческим номером. Выбирали желающих, кто хочет, кто вообще хочет принять участие не как жюри, и как человек, который заканчивает университет, хочется поучаствовать в таком активе, потому что я до этого никогда в таком сам не участвовал, пример такого не проводили. Фестиваль English Vision, по словам участников, за годы своего проведения стал крайне полезным мероприятием для студентов филологической направленности. Участие в нем помогло очень большому количеству учащихся развить языковые и лингвистические навыки, что в дальнейшем положительно скажется в их профессиональной деятельности. Арина Косова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.